Добрый вечер! Да, вы не ждали, а я вновь вернулся. С вами проект Киновости, и сегодня я постараюсь рассказать о наиболее актуальных и вообще о наиболее новостях. Поехали! В Орландо арестован исполнитель роли Капитана Америки. Крис? Нет, речь идет не о Крисе Эвансе, а о неком аниматоре, который подрабатывал капитаном в одном из парков развлечений студии Universal. Капитан! Стоп! Снято, не смотрите в камеру! Сотрудник аттракциона, 29-летний Джеймс Уэлтон Алтон, познакомился с 16-летней посетительницей. В дальнейшем, в ходе переписки, он отослал ей фотографию со своими гениталиями. Смейтесь, ребята! Смешно! Как-то это не по-капитански, товарищ капитан. Я не так себе это представлял. Руководство аттракциона сразу же вышвырнуло извращенца с работы. И теперь судьба таких лент, как, например, «Мстители 2. Эра Эльтрона» и «Капитан Америка 3» под угрозой. Возможно, съемки приостановлены. И картины никогда не доберутся до зрителя. Продолжая тему Marvel и сериалов, телеканал ABC заказал производство шоу под названием «Агент Картер». Есть! Нет, Такер. Картер из «Первого мстителя». Я детектив Картер. Ты понимаешь по-английски? Речь пойдет о ее судьбе после того, как Капитошка впал в кому. И вполне вероятно, мы увидим там и его в неком спящем камео. Что, простите? Также стало известно, что второму сезону сериала «Щит»... Is that a shit? Спасибо. Все-таки быть. И вполне вероятно, что он будет перекликаться с новым сериалом про агента Картер. Черт. Они думают, это смешно, поручить Картеру сверхсекретное дело класса 5. Спасибо. Что? Первый сезон сериала «Агенты щита» не смотрел, но говорят, что он полный щит. А щит! Спасибо, Мила. Да не ты. Продолжаем тему супергероев и кинокомиксов. Телеканал Fox таки заказал первый сезон сериала «Готэм». Речь пойдет о молодом Гордоне. Ай-яй-яй, неужели? Господи, да не Гордоне, а Гордоне. Обо мне, что ли? Да, комиссар, о вас. Спасибо, приятно. А что там будет, если не секрет? Ну, речь пойдет о ранних этапах жизни некоторых персонажей, как супергероев, так и суперзлодеев, их становлении, а также... Все, не рассказывай, а то потом мне интересно смотреть будет. Да-да-да, что, молчу. Не надо. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть еще о парочке супергероев, так как совсем скоро нас ждут такие телевизионные шоу, как «Константин» и «Флэш». Что? Да не, ребят, вы что, издеваетесь? Нормально. Да не, вы все сговорились, что ли? Флэш Гордон. Что, опять я, что ли? Нет, товарищ комиссар, не вы, у нас тут Флэш Гордон. Новый супергерой российский. Точно? Да ладно. Подумаешь. Флэш Гордон всякий. Ну, у нас своих тут дел на работе хватает. Ну, знаете сколько? О. Да, в прошлый раз я пообещал вам показать эксклюзивный тизер третьего сольного фильма о Росомахе. Ну что ж, внимание на экран. Вы сами напросились. Это фильм категории X. Логан, а где когти? Че? Когти-то где, говорю? Да мне в предыдущем фильме этот серебряный самурай обломал все. И как теперь? Как-как? Пока вот так. Да херня полная. Ну ничего, прорвемся как-нибудь. Херня, говорю, полная. Ох уж эти эксклюзивные фрагменты. Не правда ли? На сегодня это все. Признайтесь, этот выпуск был куда актуальней предыдущих. Спасибо. Я старался. Надеюсь, его опубликуют не через неделю после того, как я все смонтирую. И вы увидите все пораньше. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, дабы не пропустить новый выпуск, в котором я покажу сенсационное видео под названием «14-й район». Всего доброго!
Я покажу вам сенсационное видео под названием «14-й район». Ох уж эти эксклюзивные фрагменты, скажете вы. Ох уж эта дотошная публика, отвечу вам я. Так как совсем скоро в телевизионных шоу нас ждут Флэш. Флэш Гордон. Нормально? Да, спасибо, я старался. Ой, Флэш просто. Да нет, да. Хорошо, я понял. Всего доброго. Пока. Комиссар, да, комиссар Гордон, вот кто. Номер один. Скоро сериал будет. По вопросам сотрудничества обращайтесь в massmediamarket@kubie.ru.